Утром мы его выпили. Он уехал с дагестанцем на машине. Вот такой же Хундай, как вот у Димона. Все, больше я его не видел. Меня вот, я вообще не помню, как я здесь очутился. Я, короче, из сайта нашел, здесь как-то спать лег. Меня вот разбудили, вот две женщины и мужчина разбудили, говорят, там этот, говорит, там человек лежит мертвый. Ну, я сперва не видел, пока не перевернули его. А это Коля, оказывается, кашкарь.